идеальный мир. Нет злобы и пир, нет зависти и лжи. Ну прям сказка, скажи. Даже опасных животных. Все пределы, нет безработных. Всеобщая гармония и в питании. Всеобщее, глобальное процветание. Это утопия. Оу. Да это утопия. Мир, где люди как боги спокойные, умные, прекрасные, сильные. Но что будет, если в этот мир попадут люди из 21 века? Рассмеши. Найдется ли среди них хоть один человек, который все понимает без проблем, способный понять моего сна утопию и не разрушить ее, как облако? Да это утопия, ты прав.